Здравствуйте. Совсем недавно я узнал, что существует такой фестиваль «Императорские сады». Ну, я думаю, что до императорских садов-то нам, которые были раньше у нас когда-то в России, далеко. Есть сады больше как бы индивидуальные, которые устроены под вкус хозяина. Причем наши сады, наши дачи, они в корне отличаются от того, что существует на Западе. Ну, там, возле домика, где живут хозяева, чаще всего располагается только лужайка. Парки в западных городах ухоженные, красивые, стерильные, с ровными, идеальными газонами. И это в корне отличается от того, что существует у нас, в России. У меня много лет не было ни участка, ни дачи, но все сильнее становилось желание уехать куда-то на природу, на какой-то свой клочок земли. И есть небольшой теперь участок, который засажен цветами. Я пытаюсь сделать газон, но не тот газон, который мы видим часто по кинофильмам или в западных городах, а газон с дикой травой, чтобы можно было рано утром встать, когда только-только встает солнце, пройти босыми ногами по мокрой траве, покрытой росой. И мне кажется, ничего более удивительного, более приятного и, я бы сказал, даже вдохновляющего нет, вот кроме этой прогулки. Ну, естественно, существуют в наших садах, на наших участках, на наших дачках. Есть обязательно какой-то уголок. Это или веранда, или какая-то терраса, или беседка. Мы устроили сейчас такой, ну, пристроили к бане террасу, где вокруг виноград, где стоит простой стол, стоят кресла, где можно сидеть, отдыхать, пить чай или кофе, вдали от городской суеты, на свежем воздухе. Я думаю, что этот фестиваль «Императорские сады» будет чрезвычайно нужным и полезным для нас. Это как бы вновь вернуться нам всем в родную природу, в родную стихию, забывать какие-то дурные мысли, потому что, сидя в этом саду, не могут появиться дурные мысли, только светлые, хорошие. Я желаю всем постараться посетить этот фестиваль. С удовольствием приеду сам, если найду возможность и время туда приехать. Если вы будете там, я желаю вам и счастливых просмотров, счастливых, удачных встреч. Возможно, много пользы почерпнет каждый из нас, посетив этот фестиваль, и какие-то вещи, может быть, перенесет к себе в свой родной уголок.